Привет, Иван, доброе утро, Евгений. Наконец-то мы дождались, потому что дети торопятся в школу, дети мерзнут, родители мерзнут. Привет, дети, родители! Вот! Мы в Покровском. Смотрите, здесь стоит елка, здесь у нас подарки. У нас есть несколько людей, которые пришли самые-самые первые. Одни из них махали нам, пока мы даже заезжали во двор. Вот они, идите к нам сюда поближе. Как зовут вас? Лилия. Лилия, и вы с кем сегодня? Привет, как зовут? Ваня. И Ваня. Собака к нам присоединилась сама. 2018 год собаки. Знаете, мы решили сделать таким образом. Первым людям, которые пришли к нам, мы дарим вот такой набор пирогов. Еще один у нас молодой человек, я знаю, да, подходил к нам. Он шел в школу совершенно один. И сегодня в школе тебя ждет и твоих одноклассников тоже вкусный такой завтрак. Вам спасибо большое. Все, мы вас отпускаем. Бегите греться. Бегите, бегите. Слово вам дать? У вас есть что сказать? У меня в гостях дети из Краснодара, которые не видели снега, внучечка. Она стоит, сидит у телевизора. Я вас, дети, поздравляю. Даша, Аркаша, Виктория, подождите еще, и Нелли. Сколько вот их у вас? У нас четверо, у меня внучат. Я счастливая бабушка, и действительно Дед Мороз существует. Ура! Да-да-да, бабушка вам передаст подарки. Но мы идем в порядке очередности, да, ведь вы помните, у нас был еще молодой человек, который подошел к нам, тоже он был совершенно один. Где он? Идите к нам сюда. Как зовут? Денис. Денис, куда отправлялись столь ранним утром? Ну как куда? Сюда. Все просто в школу идут, а вы? А мы сюда. А вы сюда. Да, с главной целью. Денис, есть у вас, ну давайте так спрошу, вторая половинка? Ну конечно есть. Впереди Новый год, и вот подарок ей, я думаю, вы уже приготовили, но еще один сделаете благодаря нашим партнерам, это сеть ювелирных салонов, и вот там сертификатик, который вам поможет. Любимый, это для тебя. О, да, человек не спал ради тебя. Как любимого зовут? Анастасия. Настя, все, доброго тебе утра, спасибо большое, Денис. И еще у нас есть мама с ребенком, которые тоже, вы тоже в школу шли? Конечно. Все сюда, здесь собрались те, кто идет в школу, посмотрите, вот здесь портфели было сейчас еще больше, многие просто уже не дожидаются. Как зовут вас? Анастасия. И? Витя. И Витя. Итак, Митя, все, да, в Покровке очень сильный ветер, да, в уши задувает. Скажите, пожалуйста, вы письмо пишете, ну, Деду Морозу? Конечно. Да? Вот Митя писал? Ну, пока еще нет. Пока еще нет. Мить, вот как ты думаешь, что бы ты мог пожелать Деду Морозу в Новый год? Потому что он обычно дарит подарки, чего-то желает. Вот чего надо пожелать ему самому? Не знаю, я тоже не знаю, но я знаю, что у нас есть подарок для вас вместе с мамой. Это вот такой теплый плед и сертификат в детскую клинику. Не дай бог, что случится сразу туда, ну а плед вас будет греть. Спасибо вам большое. Ну и все остальные теперь вы можете отправляться в школу на уроки. Ну а для всех остальных у нас есть классные сладкие подарки, и мы их сейчас начинаем раздавать по одному в одни ручки, по одному в одни ручки. Да, ну и, конечно же, людям, которые не видели снега никогда, из Краснодара приехали. Дорогие друзья, сегодня мы были в Покровке. Вот все, кто у нас здесь рядышком стоит, получают призы. Уже в следующие дни, завтра, послезавтра, послепослезавтра, мы будем в других районах нашего города, в каких будете узнавать только утром. И выходить к нам, я надеюсь... Выходить к нам во двор и получать тоже от помощников Деда Мороза сладкие подарки, и не только сладкие. Помните, что первые три человека, которые приходят к нам первыми, получают призы, и мы можем друг друга видеть в прямом эфире программы «Новое утро». Да ведь? О, как это было мило! Все, Вань, Жень, передаем вам слово. Подарки начинают потихонечку заканчиваться.